Всем доброго времени суток. Обзор на мини-трактор. Сегодня погода ветреная, так что звук, наверное, будет специфический. Пройдемся по габаритам. Ширина 160 сантиметров, колея 140. База 189 сантиметров. Длина вместе с ковшом 390 сантиметров и высота по центру пальца 252 сантиметра. Вес тонна 800. Металл весь толстый, новый. Двигатель дизельный. Трактор тихоходный. Максимальная скорость порядка 43 км в час. На первой пониженной там вообще метров 200, наверное, за час наедет. Рама 14 швеллер. И идет усиление 10. При сварке использовались электроды ясабовские. Это окушка 46 и Вони 1355. На ответственных деталях это рама, стойки Куна, там электроды LB52U, они более качественные. Сзади есть место под навеску. Оставил гидровыход, тоже есть, он свободный. Секция крепления заднего моста жесткая, кроме. И спереди балка качения стоит. Вот она. Давайте по двигателю пройдемся, посмотрим. Капот на газовых упорах. Двигатель дизельный, 1.9, мощность 68 лошадиных сил. После капремонта, без всякой электроники, двигатель простой. Стоит на четырех опорах. Это подушки Нива. Спереди и сзади. Система охлаждения. Радиатор ВАЗ-2714 вместе с вентилятором включается автоматически, и принудительное положение есть. Коробка Volkswagen, пятиступенчатая, кулиса тросиковая. Раздаточная коробка ГАЗ-66. Стояночный тормоз. И задний мост, вот ГАЗ-51. Трансмиссии нет никаких цепей, ремней. Все на карданах. Передний мост ВАЗовский, укороченный под одинаковые полоси. Рулевое гидрообъемное, цилиндр МТЗ и дозатор сопка. Шланги все полностью по гидравлике МТЗовские. Вот дозатор. Выхлопная система. Варен металл рукав. Мягкое соединение. Он же резонатор и глушитель. Трактор не шумный, работает приятно. Двигатель. Тормоза раздельные. Левые и правые колеса. Только задние. Цилиндрики ВАЗовские. Сцепление. Топливный бак находится под сиденьем оператора. Объем 53 литра. Заливная горловина на крыле. По гидравлике масляный бак, гидробак, кому как удобно.
в нем фильтра на обратку установлены. Отдельно на гидравлику и отдельно на рулевое. Через кран для удобства обслуживания, замены масла, либо каких-то ремонтов по масляной магистрали, через фильтр крупочистки на насосом Ш32, привод через ремень. Привод это от автомобиля МАЗ, по-моему, точно не помню. С натяжением все. Стоит дозатор, делит на рулевое и на распределитель. Распределитель R40, болгарский, китайский не стал использовать. Одна секция с плавающим свободно. На кун тоже идет секция с плавающим положением. Цилиндры 63-32-400. И на подъем, и на выворот ковша. Стрела в профиль 100 на 54. Проушины 10-й металл. А здесь крепление 12-е. Ковш металл 4-ка. Усиленный весь. И спереди нож там 12 мм толщина есть. По электрике. В подножке здесь стоит аккумуляторный ящик. Аккумулятор на 75 ампер-часов. Кнопка массы. Здесь под щитком приборов релюшки и два силовых предохранителя. Реле все подписаны. Здесь предохранители на всю остальную электрику. Вся электрика полностью рабочая. Это основной свет, аварийная сигнализация. Здесь в капоте габарит и как противотуманки. В темное время. Потому что при подъеме ковша эти фары свет перекрывают ковш, и уже снизу не видно. А с дополнительными фарами уже прям очень удобно работать. Здесь по бокам габариты и поворотники у них же. При включении задней передачи включаются задние фары. Трактор этот с документами. Оформленный он как спортинвентарь. В принципе, все так под рукой, удобно располагал под себя, чтобы уже никуда не тянуться. Ничего, тут же коробка, тут же управление куна на джойстике, стояночный тормоз, управление раздаточной коробкой. Один рычаг это повышенное, пониженное, нейтральное положение и блокировка. На раздатке также есть выход для установки ВОМа, если кому-то необходимо. Покрашенный он грунт эмалью по ржавчине 3 в 1. Но металл весь, повторюсь, новый. Ну а так, если остались вопросы, звоните, пишите, постараюсь всем ответить.